Нового исполнительного директора Союза промышленников накануне выбрали на очередном заседании представители крупнейших заводов региона, вузов, банков. Им стал Виктор Мещеряков. Ежегодная встреча на этот раз проходила на территории бийской фармацевтической компании «Валар», где открывается производство теперь и лекарственных препаратов. Здесь будут выпускать до 6 миллиардов таблеток и капсул в год. Выручка от реализации продукции по холдингу «Валар» составила чуть больше 10 миллиардов рублей. Из них объем произведенной продукции и отгруженной 8 миллиардов 400. На экспорт ушло продукции 750 миллионов, и за прошлый год мы увеличили экспорт на 10%. Где-то в 26 стран уходит продукция. Представители Союза промышленников признают, что без хорошей мотивации нет хорошего производства. Необходимо искать надежных инвесторов и участвовать в федеральных программах. Вновь избранный директор Союза отметил, что одна из главных задач на сегодня – привлечение большего количества субсидий. Для этого необходимо активнее представлять свои проекты на высших уровнях власти.